Похоже, все готово. Ага. Рикки все к рулю подвела. Доедем до главного входа, спрыгнем. И прощай, ополчение. Слушай, а ты точно не передумал? Ехать далековато будет с одной-то рукой. Говняк. Бухарь, мы оба знаем, что это может быть путь в один конец. Ага. Не придется обратно тащиться. Да, Дик, я в деле. А, да. Чуть не забыл. Только два байкера могли ввязаться в такую херню. Только мы. Ага. Ну что, мы едем или как? Все, погнали. Рикки собралась таки. Как дела, Дик? Крутой жилет тебе идет. Рикки, Эдди, спасибо, но нам с Бухарем надо еще кое-что сделать. А тебе говорят. Твои слова запали многим людям в душу. Говорю же, один ты не справишься. Это безумие. Не за тебя стараются, а за него. За Железного Майка! Железный Майк! Железный Майк! Железный Майк! Ладно, слушайте, план простой. Мы с Бухарем едем к северным воротам и взрываем их нахер. А когда все побегут в сторону южных, вам надо просто следовать за Рикки. Да? Все готовы? Вы двое готовы? Короче, я сообщу тебе, как проедем мост. До тех пор не выступайте. Ага. Ну все! Погнали! За Железного Майка. Я убью вас всех до последнего!
ковчег. Мне нужно в ковчег. Завалено! Иди к верхней пещере! Пошел! Ну! Бегом наверх и ставь заряды! Да иди уже, мать твою! Ты понял? Иди! Шиза! Говнюк Шиза! Я иду, Шиза! А значит, по-хорошему вы не хотите! Вершина. Я должен попасть на вершину. Огнемет. Это попадался. Надо как-то мимо пробраться. Я ранен. Давай. Снайпер. Наверное, там, на вышке. Надо его убрать. Надо его убрать. Мне надо их обойти. Пипец! Уже почти. Давай, давай! Вперед! Рикки, ты меня слышишь? Дик, мы их разбили. Мы их разбили. Дик, Дик! Рикки! Рикки! Задайте им жару. Сожгите все дотла.
Добрался. Наконец-то. Держись, Сара. Снайпер, ложись. Давай скорее уже. Иди ты, тебе охота на воздух взлететь. Ты что, не слышишь? Быстрее! Вот, все готово. Отлично, сколько там? Хватит. Все, к полковнику, идем. Капитан Саркози, разрешите заложить мы... Заряды восстановили. Капитан, мы не успели заложить все. Вот заряд. Я тебя спрашиваю, сколько? Надо обезвредить. Три! Есть! Три, сэр! Так, сэр. Ладно, ладно. Я спущусь вниз, заберу у Уивера детонат. Охраняйте вход в пещеру, поняли? Чтоб никто я сюда не прошел. Жди. Да, сэр, я понял, сэр. Никого не пускать. И не вызывайте меня по этому каналу. Может, кто прослушает? Так, второй заряд. Давай уже, сволочь. Так, ну, вроде бы все. Еще один. Надо найти последний. Я рядом, Шиза. Я уже рядом. Вот он. Аккуратненько. Есть. Все. Сегодня ты ни хрена не взорвешь, Шиза. Не сегодня.
лейтенант. Где этот сраный детонатор? Пошел ты, чтобы меня тут завалило! Уивер, ты сам знаешь, что у нас есть приказ, его надо выполнять. Говори, где! Уивер, где этот чертов детонатор? Шиза, лучше опусти его. Че ты о чем вообще? Не заставляй тебя убивать! Да, скотина! Ну! Черт! Эй, эй! Уивер, уходи отсюда! Быстрее давай! Мои люди возле северных ворот! Уходи! Какой же ты упертый сукин сын, Сэнджо! Я слышал, что ты сделал. Как ты их убил? Всех тех упокоителей. О да, ты утопил их, как кучку сраных крыс. Ты оказал миру услугу, но Майк бы с тобой не согласился, верно? Просто чтоб ты знал, я не хотел его убивать, правда. Я правда не хотел, Дик, но он не оставил мне выбора. Я пытался до него достучаться, но он не хотел слушать. Ни в какую! Ты, наверное, сгораешь от злости, да? Аж сюда приехал со мной. Ты вернулся за ней, да? Так ведь? А, да, ты же вернулся за своей девчонкой. Но у меня для тебя плохая новость. Тогда коури. Шиза! Все! Хватит бегать! Козёл! Я ж тебя голыми руками утоплю! Ты понял? Нет! Нет! Чтоб тебя! Сдохни, тварь! Что? Раньше я бы, пожалуй, вытащил бы тебя водище. Ну, типа фриком на корм. Но не, ты не бойся. Я так не сделаю. Знаешь почему? Они, конечно, тебя разорвут. Но как-то без удовольствия. Там, за стенами ковчега! Но это все там. Внутри мы в безопасности. Здесь нам ничто не грозит. Вы слышите? Это убежище нам уготовил Господь. Это святая земля. Здесь мы в полной безопасности. Здесь мы в полной безопасности. Я не знаю, когда и почему, но я видел нечто, может, месяц назад, ощутил нечто, чего не ощущал уже давно, и я знаю, что многие из вас
разделили это чувство. Я думаю, что мы... Дикон? Будь добр, пистолет. Сядь. Отпустите их. Все кончено, ополчения больше нет. Не желаешь ли чаю? Очень вкусный. Сара, налей нашему гостю чашечку. Ковчег был последней надеждой. Ты, конечно, понимаешь. После очищения мира один лишь ковчег мог позволить нам все восстановить. Он хранит все, что для нас важно. Разве что так и не нашли, кто бы играл на пианино. Ну, теперь не важно. Когда все кончится, некому будет слушать музыку. Ты все разрушил. Все, ради чего мы трудились. Нет, полковник, не я. Это вы начали святую войну. Если выбирать между вами и фриками, я бы выбрал фриков. Эти хоть убивают просто ради жратвы, а не как вы, безоружных женщин. Нет! Где Бухарь? Погиб. Сходи, принеси воды, пожалуйста. Да, хорошо. Эй, а вы можете там навес поставить? Эй! Эй, вон там вход в пещеру. Там припасы, медикаменты. Бери людей, иди. Ты со мной. Рики! Эдди! Я помогу. Я врач. Все кончено. Те, кто не был убит или задет взрывом, попросту сдались. Где Бухарь? Быстрее! Рики, мне нужна помощь! Северные ворота! Южные ворота! Бегом! Рики! Я не вижу. Иду. Прошу вас. Я ранен. Помогите, ну, прошу. Меня кто-нибудь слышит? Нет. Чем тебе тут помочь? Эй! Ты мне-то оставил? Бухарь. Извини, опоздал. Нет. Нет, нет, нет. Я спрыгнул. Какого хрена? Прямо на краю же... моста. Я видел машину! Не-не-не, взрывная волна. Даже под водой дряхнула. О, покатался. Что? Ты что, решил, что я подорвался? Кто бы тогда тебя доставал? Ну, я. Привет! Привет. Сестренка. Это долго рассказывать. Ну? Слыхал, тебя кое-кто ищет. Что? Все уши мне прожужжал. Ты его не слушай. Это была вообще его идея. Рики, Эдди, кто из вас меня отсюда везет?
Мы тебе обязаны. Говорят, ты собираешься тут все восстанавливать? У полковника были хорошие идеи, если откинуть весь бред. От кого-то я это уже слышал. От кого? Коури? Знаешь что, пошел он. Эй. Бросил нас подыхать. Если б не он, мы бы сдохли. Как скажешь. Короче, попробуем еще разок без армейской херны. Эй, ты мою речь пропустишь. Ну и ладно, рыдать не стану. Брат, победили! Ты победил. Слушай, честно говоря, я ведь реально подумал, что ты решил сам подорваться. Ты чё, у меня еще здесь дела? Задаем жару. Задам. Джек бы гордился. Ты победил. Мы победили. Иди сюда. Но говорила я, полезно зажечь свечку. Это не хреновая вышла свечка. Ага. Да. Я с нетерпением жду твою речь. Хватит. Ну какая там еще речь? Мэм. Черт. Хватит с меня. А что такое? Почему все притихли? Ну, тебя ждут. Твой очередь. Черт, твою ж. Я знаю, что у нас очень много дел. Так что... А так. Я не лидер. Уж как хотите, это так. Но... Сегодня вы сделали такое, то есть... Мы сделали. Сражались плечом к плечу. И не по приказу каких-то ублюдков. А потому что так было нужно. И что вышло? Победа! Вы боретесь за жизнь, за спасение других людей, чтобы все были живы и сыты. И вы жертвуете всем, что у вас есть, и даже собой, чтобы мир стал лучше. И вот, поэтому мы здесь. Поэтому мы живы. Ведь без надежды на лучшую жизнь и на лучшее будущее нет и борьбы. Вот Железный Майк считал, что мы сами можем менять мир своими руками. А? Что мы сделали? А? Что мы будем делать? Видите? Это только первый шаг. Говорил, будет не речь. Да, облажался. Ну, как получилось? Ты знаешь, неплохо. Для вольного байкера. Вольного байкера, значит, а? Ну, покатаемся, красотка. Я даже не знаю, смотря где. Да где сами захотим. Don't.
А, вот они. Есть. Да, любимая. А, Дикон. Эдди сама вырезала. Красиво, да? Спасибо. Майк хранил кусок красного дерева в комнате. Он хотел, когда все уляжется, что-нибудь из него сделать, типа доски для нардов. Чего? Какие еще нарды? Майк что, играл в нарды? Нет. Нет, но в том и смысл, что настанет день, когда такие вещи снова будут важны. Ну... И что тут сказано? На меня не смотри, я не знаю. Это индийская пословица. От матери слышала. В общем, реки не пьют свою воду. Деревья не едят свои плоды. Облака не купаются в своем дожде. Великие всегда стараются во благо других. Что скажете? Ну, от тебя он бы такие слова точно оценил. Да. Да, думаю, если бы Майк был здесь, он бы сказал так. И что эта хрень значит? А? Итак? Ага. Нет, ты прав. Он бы сказал, что эта хрень значит. А потом, какого хрена вы тут стоите? Мир сам себя не спасет, мать вашу. За работу. Да? Ты снова прав. И правда ведь работать надо. О, а я рассказывала, как железный Майк впервые увидел нас с Эдди в доме прямо перед камином. Это была умора. Мы были так заняты. Не-не-не, мы там вот просто по полной. Чего? Я не понял. Ну и вот. А тут входит Майк. Я не хочу про это знать. Замолчи. Ты посмотри на его рожу. Ничего у меня не рожа. Ах ты, извращенец. Как же вы меня достали. У нас тут упокоитель! Повернись! Я своя! Эй, стоп, стоп, спокойно! Я ее знаю. Убери пушку, не надо. Ладно, разбирайся. Не мое дело. Ты на этом приехала? Дерьма кусок. Но ездит. Ну, не знаю, надолго ли ты, но Рики могла бы посмотреть. Я привезла товары на обмен. Ясно. Тогда тебе надо познакомить с Джо Хеслином. Он у нас по этой части. Вон туда сходи. Я не останусь. Ни в каком лагере, ясно? Это уж как знаешь. Пока ты тут, я бы хотел тебя познакомить. Ее зовут Сара. У нее была младшая сестра, и она была очень похожа на тебя. Поэтому вдруг она тебе понравится. У меня была сестра. Она была старше. И такая зануда. Старшее дело такое. Вот мой брат Бухарь, он тоже не подарок, ну, то есть не родной брат, а... Мы вместе были в мотоклубе. И он теперь тут глава безопасности, я тебе его покажу. Нет, я тут не останусь. Да я понял. Говорю же, как знаешь.
А какая у тебя пушка? У тебя вообще патронов так не хватает? С патронами нет проблем. Ну, мне вот вечно их не хватало. Сент-Джон, ты слышишь? О'Брайен, почему ты на этом канале? Мы пытались связаться с тобой по нашему каналу. Ну, ту рацию я просрал, когда все понеслось. Она спаслась? Твоя жена? Ага, без твоей помощи. Я рад. Я должен тебе кое-что сказать. Ну так говори. С глазу на глаз. Обойдешься. Это важно. Черт. В Северных Каскадах есть старое кладбище, Пайнер. Я его знаю. Встретимся там, пожалуйста. Да уж, не ожидал я тебя снова увидеть. Что на этот раз? Веришь или нет, я рад тебя видеть. В прошлый раз все прошло не гладко. Чего тебе надо, О'Брайен? Хочу предупредить. Интересно, о чем же? Помнишь, я говорил, что зараженные мутируют. Да, да, фрики, они и есть фрики. Дальше что? Штамм вируса, его влияние на нервную и лимфатическую систему человека растет по экспоненте. Они про это знали, конечно. Вышестоящие. И были осторожны. Все скрывали. Они идут. Прости меня. Ты не сможешь остановить их. Никто уже не сможет.